часть ПВО в районе Мариупольского аэропорта. Все разбито, все разбомблено. Вдали тоже воинская часть, тоже пожар. Был нанесен ракетный удар. Там вдали слышны разрывы боеприпасов, которые горят. Работаю со съемочной группой французской газеты Le Monde. Всем привет, друзья! Гуляю я с бандитом, с Маськой. И у нас в той стороне Приднестровья, и штук 20 ракет уже вылетело с Приднестровья по Украине. Летят все в ту сторону. Штук 20, наверное, ракет с периодичностью так. Примерно час уже обстрелы идется с территории Украины, с территории Приднестровья. Полная жесть. У нас здесь захолустье такое, нету что бомбить, так что я не думаю, что здесь будут какие-то взрывы. Трафик на дороге просто капец, люди куда-то бегут. У нас граница до Приднестровья километров 25, не больше. Трафик большой, и ракеты одна за одной. Я снял даже короткое видео, сейчас покажу. Очень быстро летят. Бомбят, друзья, с Приднестровья. Ракеты одна за одной. Одна за одной ракеты с Приднестровья. По Украине. Жесть. Очень быстро летят. Прям очень быстро и одна за одной.